Добрый день, уважаемые любители рок-музыки! Совсем недавно рок-группой Волощука СД был объявлен концертный тур в поддержку нашего нового альбома «Нам надо все и сразу», который, как понятно из названия, носит, выражаясь современным языком, стебный, веселый характер. В своих песнях мы иронизируем над людьми, желающими прожить свою жизнь на халяву, то есть даром, не затрачивая на это ни физических, ни душевных усилий и не заморачиваясь над общегражданскими проблемами, а просто паразитируя на обществе, благами которого они с удовольствием пользуются. С оформлением альбома нам помог небезызвестный всем, а по нашему мнению, величайший художник современности Вася Ложкин, который своими развесело-угрюмыми персонажами из когорты тех халявщиков, о которых я и говорил, очень хорошо подчеркнул главную и сквозную идею нашего альбома, за что мы ему очень благодарны. Вот оно, одно из величайших творений Васи Ложкина, персонажи которого будут радовать взоры как почитателей самого Васи Ложкина, так и поклонников творчества рок-группы Волощука СД. И они будут фигурировать на нашем новом альбоме, о презентации которого мы объявили. Вот здесь Вася Ложкин пожелал нам удачи нашей великой рок-группе. Однако, учитывая обострение специальной военной операции с множеством трагичных событий и необходимостью проведения частичной мобилизации в Российской Федерации, рок-группа Волощука СД приняла решение об отмене своего концертного тура и переноса заявленных стебных и развеселых выступлений до лучших времен. Мы посчитали, что не до веселья сейчас, не до танцев и не до праздников. Многие регионы отменяют увеселительные и развлекательные мероприятия, в том числе новогодние, в этой непростой ситуации. Вот и мы решили повременить с весельем и заняться созданием песен, которые поддерживали бы наших соотечественников, отстаивающих независимость России с оружием в руках, рискуя своими жизнями. Поэтому, дорогие друзья, желаем всем здоровья и оптимизма, а самим себе желаем творческих успехов с надеждой, что в скором времени порадуем вас своими синглами. Все, кто приобрел билеты на наши заявленные концерты, могут без проблем их сдать и получить назад уплаченные деньги. В то же время проданные, но не сданные билеты на наши концерты остаются действительными на новые даты переноса концертов, о которых мы сообщим дополнительно. До свидания, друзья. Всем хорошего настроения и уверенности в себе. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук.